Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии. 69-летний политик представлял в Национальном собрании правую партию «Республиканцы». Он также был обладателем одного из самых крупных состояний Франции в 5 миллиардов евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников. О смерти Дассо сообщил на своей странице в Твиттере президент Франции Эммануэль Макрон, по словам которого, это огромная утрата для страны. Дассо находился на борту частного вертолета, потерпевшего крушение в департаменте Кальвадос в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Давиль и Анфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета. Оливье Дассо пользовался во Франции большим авторитетом. В пятницу Оливье Дассо принимал в своем избирательном округе Баве премьер-министра Франции Жана Кастекса и главу МВД Жеральда Дарманена. Его отец Серж Дассо, который скончался несколько лет назад, также был известным политиком и бизнесменом. После Второй мировой войны компания Дассо стала главным производителем самолетов для военно-воздушных сил Франции.